надоело, папа, мама не при делах. Ты рисуешь мел, судорожно круг в ногах. Луна застыла, беглый ветер не шумит. Свечи в тишине потухли, только тень в углу скрипы. Скрип, скрип, и под одеялом мне так страшно. Как же хочется невидимою стать однажды. Скрип, кто молчит ночи и строит планы. Смотрит с потолка и сжигает взглядом. Нет, не видел. Ага, хорошо. Кто звонил? Артём Андреевич. Алёна пропала. В смысле? Мама её ищет. Телефон недоступен. Никто не знает, где она. Да, Артём Андреевич. Привет, Серёж. Алёна видел? На физре видел. Алёна, может быть, ты знаешь? Нет. Точно не знаешь? Не знаю я. Чудик что-то скрывает. Я чувствую. Захар, ты правда не знаешь, куда могла пойти Алёна? Откуда мне знать? Ты точно не врёшь? С чего мне врать? Точно врёт. Сейчас расколем. Ладно, блин, ладно, скажу. Я ей обещал. Ладно. Она, наверное, заброшки. Да честно, я могу показать. Я просто Тоньки убрать хочу. А ты что, правду сказал? Хорошо. Надо туда сходить. Темно уже. Сами там пропадем. А у меня фонарики есть. Может, просто расскажем Артему Андреевичу, где она? Это наше место. Нельзя его взрослым палить. Да и время потеряем. Так что, пошли быстрее! Ну, черты разинули. Собираемся, живо! На тебе, тебе на. Давай, Захар, веди. Не по-пацански как-то все-таки. Веди, сказали. Тут. Это бывшее бомбоубежище. Аленка его летом нашла. Лютое место. И вы туда спускались? Ну да. Ты думаешь, Аленка там сидит? Ее б там точно никто искать не стал. У нее что, вообще мозги сдвинулись? Нафига из дома-то сбегать? Ну, у нее дома не сахар. Настя, ты чего? Ты чего? Там как-то нехорошо внизу. Ты что имеешь в виду? Каким-то холодом несет. Ну подвал же, сырость. Нет, это по-другому. Не могу объяснить. Ну надо вытаскивать оттуда Аленку. Ну да, только страшно там. Вот прикол, призрак боится. Вы нормально? Идем вниз? Конечно. Может, отсюда покричим? Не выйдет она, упертая же. Идти надо. Но имейте в виду, там глушняк. Телефоны не ловят напрочь. Захар, ты знаешь, куда дальше? Ну, мы и вправо ходили, и влево. Там капец лабиринты. Придется все обыскать. Только не говорите, что надо разделиться. Ну, мы же не герои плохого ужастика. Надеюсь. Пойдем туда сначала. Вот дура-то, забралась фиг знает куда, теперь ищи ее.
Насть, я дома. Забери пакет, пожалуйста. Тяжелый. Насть, ты дома вообще? Артём, извините, пожалуйста, что я так поздно. Я просто домой приехала, а Насти нет дома. О, Господи, и Настя тоже. Что значит «тоже»? Не пугайте меня. Извините, давайте через 5 минут буду у вас, всё объясню. Посмотрим. Алена, ты тут? Алена, выходи. Не смешно, Аленка, выходи. Алена. Эй, вы что? Офигели, что ли? Эй, чудик, не до приколов сейчас. Открывай, давай. Жирик, ты гонишь, это не я. Нас тут закрыли! Реально? Это не вы, что ли? Алена, это ты? Никак! Толстенная дверь. Давайте еще раз! Бесполезно, закрыло что-то! Надо за взрослыми идти. Да, Сев, беги! Выбегай наружу и звони Артему Андреевичу! Сева! Заходите. Что случилось? Где Настя? Вы только не волнуйтесь. Мне сейчас звонила мама Алены Барт, это одноклассница Насти. И сказала, что весь день не может дозвониться до дочери, и она до сих пор не пришла домой. А как это с Настей связано? У них сегодня на уроке физкультуры случился конфликт. Да вы что, моя Настя даже мухи не обидит. Чего не скажешь об Алене? Никто из ребят не знает, где их можно искать. Или не знают, или скрывают, как всегда. И мне кажется, у них что-то вроде стрелки. Стрелки? Угу. Это что, как в 90-е, что ли? Да. Дурдом какой-то. И где их теперь искать? Кто бы знал. Ну, пойдемте, будем прозванивать. Ты что, запнулся? Типа того, только ногу очень больно. Что у вас там случилось? Ты не заметил, как на тебя цепь надели? Нет. Как так? И тут потусторонние, что ли? Она права. Здесь тоже есть что-то не от этого мира. Еще призрак, как и ты? Кажется, да. Я чувствую его. Может, вы договоритесь? Нет. Он очень... злой и черный. Это Алена? Кажется, да. Абонент недоступен, и так уже целый час. И вся честная компания тоже. Чудилин, Соломатин, Панарин и Рыжикова. Погодите, я же на Настин телефон программу установила. Слежение по картам давно не пользовалась. Она как помладше была, я за ней смотрела, чтобы она далеко от дома не уходила. Так. Вот сейчас. Не видно, конечно, где она, но есть вот последние точки активности. Это почти за городом. Там заброшенное здание. Быстрее туда. Что вы собираетесь делать? Ну не бросать же ее там. Нам нельзя туда идти. Ты что? Может, ее маньяк какой-нибудь схватил? Вот именно! Тебя не схватят!
Уходим! Нет, ты что? Может, ты здесь, чтобы Алену спасти? В этом твоя миссия. Думаешь? А почему нет? Мне без тебя не справиться. Значит, сегодня никто не умрет. Слово Тоньки кремень. Настя. Бежим, бежим. Вот же две сумасшедшие. Слышишь? Да, кажется, хрипит кто-то. Вон, оттуда звук. Ну и запах. Это от него. Это ж бомж. Он не хрипит, а храпит. А ну просыпайся. Ты кто такой? Вася. Девочку тут видел? Не знаю, не видел, не слышал. Деньги есть? А ну стоять! Ну ладно, соточку на поправку здоровья. Я сейчас тебя шибану, не шучу. Это Сева кричит. Беги скорее, я с ним разберусь. Точно, точно. Попалась. Получил, вонючка. Сплакни маленько. Тихо вроде. Это хорошо или плохо? Да фиг знает. Если бы подрались, было бы слышно. Аленка? Это ты? Ты где пряталась? Там Алена? Точняк она! Что он сейчас такие дикие приколы? Тебе не убежать, малыш! Помогите! Не надо! Алена, прекрати! Не надо, Аленка! Не надо! Молчать! Это не Алена, в нее вселился злой дух. Умри! Зовите Алену! Алена, не надо! Алена! Не надо, Алена! Ты же не зла, Алена! Алена, Алена, это мы, Аленка! Борись! Алена! Вот они, голубчики. Настя! С тобой все в порядке? Ты вся грязная, вы что, дрались, что ли? Зачем вы сюда забрались? Рассказывайте немедленно, я чуть с ума не сошла. Это же вам не шутки. А где Рыжикова? Я первая на чекпоинте, лузеры! Что это значит, Марина? Я первая прошла наш квест. Кошмарики подземелья, ура! Квест? Да вы что тут, развлекаетесь, что ли? Мы придумали квест по топовым ужастикам. Зомби там, привидения. Все самое страшное. И нужно было все этапы на скорость пройти. Я победила, а с вас пицца. Огромный круг. Какая вам пицца? Так, живо отсюда. Уходим. Давайте на выход все. Уговор есть уговор. Поделишься? С тобой нет. А со мной? С маслинами заказывай обязательно. Фу, маслины. Хорошо, что ты отговорил в полицию звонить. Сейчас бы краснели. Да уж. Переходный возраст. Дети такие дети. Ненавижу детей. Thank you.
Вы ведь мне обещали в прошлый раз не экспериментировать. Там же другая ситуация была. Ну, ничего же не взорвали. Ладно. Сейчас уже поздно, все по домам. А завтра в школе мы соберемся всем классом и дружно обсудим опасность всяких игр в подобных местах. Открыто, мам. Ты знаешь, я так сильно испугалась за тебя. Прости, мы просто увлеклись. Неплохо, вы так увлеклись. Мы поступили глупо, но были же вместе. Да у вас там целая банда. Знаешь, я так рада, что вы с ребятами подружились. Да, они такие классные. Да, хорошо. Ты голодная? Как зомби. Ну тогда пойдем кормить моего маленького зомби из подвала. Настен, чай будешь? Не, мам, устала. Спать жутко хочу. Тогда спокойной ночи. И тебе, мамуль. Застыла, беглый ветер не шумит. Свечи в тишине потухли, только тень в углу скрипит. Скрип, скрип, и под одеялом мне так страшно. Как же хочется невидимою стать однажды. Скрип, кто молчит ночи и строит планы. Смотрит с потолка и сжигает взглядом. Скрип, скрип, и под одеялом мне так страшно. Как же хочется невидимою стать однажды. Скрип, кто молчит ночи и строит планы. Смотрит с потолка и сжигает взглядом. Да.